Новые избирательные циклы – первый этап праймерис – отбор кандидатов. Подают документы и новички, и действующие депутаты. Например, Марина Панкрашова в сентябре отметит 10 лет депутатской деятельности. Для себя она видит много проектов – в социальной сфере, доп. Образовании, патриотического воспитания. Округ выбрала в железнодорожном районе, а Иван Огнев – в Ленинском. Это мой родной округ, моя родная территория. Достаточно много наказов еще осталось, хотя, казалось бы, оглядываясь назад, есть вопросы, которые удалось решить, но жизнь ставит новые задачи. По словам Огнева, работать на развитие города ответственно. Одному с этим не справиться, но команда есть. А чтобы выбрать самых достойных, жителям советуют уже сейчас следить за ходом праймерис. Сергей Струченко, зампредседателя БГД, объясняет. Это предварительное голосование показывает работу партии с избирателями в открытую. Кандидаты подают заявление, проходят внутрипартийный отбор. И во время голосования избиратели непосредственно уже на этом этапе могут познакомиться с будущими потенциальными кандидатами партии «Единая Россия», задать те или иные вопросы, возможно, даже решить ту или иную проблему. Сергей Струченко и сам подал документы по индустриальному району. Подчеркивает, сделано уже многое. Например, ремонт дворов и общественных территорий. Идет реализация 6 партийных проектов. Люди видят результаты. А для тех, кто хочет быть причастным к развитию Барнаула, идет прием документов. Анастасия Дороган, «День с толком».